Сибирская медиагруппа традиционно организовала свою площадку у ДК «Трансмаш». Гости наслаждались выступлением кавер-групп, а в промежутке участвовали в разнообразных конкурсах. В ходе одного из них взрослые составляли клумбы, где вместо привычных цветов были цветы жизни, дети. Прямо сейчас через забор перетащат! Дети, давай, залазь! День города, который солнцем, к сожалению, не порадовал, преобразилась одна из серых стен в исторической части города. Активисты вспомнили, что 9 сентября – день дизайнера, и применили свои навыки на практике. Это такие креативные майки. Мы добавили немного дизайна, добавили немного разных красок. К художникам присоединилась и Людмила Суслова, кандидат на пост губернатора. Так решила скоротать время в ожидании результатов выборов. Основные празднования Дня города начались ближе к 8 вечера на площади Сахарова. Здесь прошел грандиозный великий бой на Великом Алтае. Илья Кочетков, Павел Лаурнин, наши новости.